Здравствуйте, я Рубанова Татьяна Михайловна. Я работаю воспитателем в детском саду в Воронежской области в городе Россош. Дети пытливы и любознательны. Так и первооткрыватель волшебного мира природы, вещей, человеческих отношений. Важно направить поиск ребенка, дать ему инструмент увлечь интересным делом. А что может увлечь современных детей больше, чем цифровые технологии? Ребенок осваивает культуру цифровой среды с младенчества. Для меня цифровые технологии – это вызов, заставляющий искать и находить оптимальный баланс цифрового и классического образования. Прикоснувшись к миру цифры, невольно вспоминаешь слова: «Чем глубже мы изучаем предмет, тем волшебней он становится, тем богаче и прекраснее кажется нам мир». Важно быть рядом с детьми, видеть мир их глазами и вместе открывать его заново. Фантастический мир цифры захватывает детей и дает им возможность использовать его как инструмент познания, открывая новые, неизведанные глубины. Каждый ребенок стремится к творческому самовыражению. Однозначно можно сказать, что все дети, без исключения, любят мультфильмы. А какой же восторг они вызывают, если созданы собственными руками? Наши дети имеют возможность уже в детстве примерять на себя различные роли. Кто знает, может быть, эти мальчишки и девчонки завтра станут сотрудниками Воронежской мультипликационной студии Wizard Animation и приобретут мировую популярность. Действительно, а кем же будут мои воспитанники? Ведь сегодняшним дошкольникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет, использовать технологии, которые еще не созданы, решать задачи, о которых мы даже не можем догадываться. Поэтому для меня важно показать детям доступное многообразие технологий 21 века, чтобы мои воспитанники, живя в высокотехнологичном мире, были создателями и разработчиками, а не просто пассивными пользователями. Я тоже исследователь. Исследователь с профессиональной точки зрения. Я изучаю новое оборудование, делюсь ценными находками с коллегами. Как и океан, цифровой мир еще до конца не изучен. В нем есть глубины, о которых мы даже не можем догадываться. Но также в нем есть сокровища, которые под силу искать каждому. Что такое морские звезды? По данным русской Википедии, морские звезды – класс беспозвоночных типа белорожек. Известно примерно 1600 современных. Наши образовательные сокровища бесценны. Они будут храниться всю жизнь. Главное, надо не бояться глубины, надо дружить с ней, изучать ее, искать свои жемчужины. Найдите же свои жемчужины.